We are the farmers. Всем мира над головой, уважаемые господа. Мое имя Александр, и добро пожаловать в Need for Speed Most Wanted. И вот, собственно, сейчас погоняем на Hollenbeck Road. Но прежде я посмотрю, что у нас за машинка. Макларен. Макларен довольно неплохая машинка, красивая. Мне, знаете, мне нравится. Но у меня не хватает денег, потому что она 2 ляма стоит. А это слишком много для меня. Ладно, Hollenbeck Road, поехали. Сейчас как там? Сыновыны-блыны? Ну, как-то так его зовут. Вот, все, отлично. У меня, кстати, 73 штуки есть. Неплохо, неплохо. Зашибись. Все, победа с минутой 48. Значит, у нас будет 14500 дадут нам. Неплохо, как для начала. Так, ну, поехали. Давай. Уиху! Объезжаем, да. Опа. Давай. Ну ладно, без этого дебильного звука. Поехали. Кстати, моя любимая песенка вообще класс играет. Давай. Слушай, он быстрый. Говняшка. Ты быстрый? Иди сюда, уважаемый. Ну, блин. Опять нитро использовал. Я так не люблю. Без подрезаний, пожалуйста. Пожалуйста. А теперь можно подрезать. Не, ладно, иди в задницу, я лучше дрифт использую и... Ой, не дрифт, да, нитро и дрифт, и... Ну, короче, да. Поехали, дрифт. О, тихо, машину-то не долбанись. Угу. Поехали, так, сейчас полицейские очень нехорошие очень появятся. Да, он там что-то же говорит, давай, ла-ла-ла-ла-ла. А, слушай, это джип вообще какой-то, Форд Куга, или ты кто там? Он меня обгоняет. Уйди! Пошел в задницу. Уйди от меня. Да не тебя. Мне надо джип разбомбить. Развали. На. Вот это эпик. Поехали. Все, иди нафиг. А, это финишная прямая? Нет, это не финишная прямая. Уйди от меня, пожалуйста. Давай. Пустите меня. Отлично. Нитро, пошел. Поставил шипы? Нет, не поставил шипы. Аэродинамика. 5000 спидпоинтов мне дали. Отлично, класс. Что мне с ними делать? Мне из них открыть какую-то машинку. Наверное, если, конечно, там достаточное количество. Вау, а вот это... Блин, ты тот, кого я ненавижу. На. Все, уйди. Да иди нафиг. Иди на... Слышь, нормальный. Тут говно, дебильные копы. Почему они только за мной ездят? Что это? Что это за дискриминация? Что если у меня хаммер какой-то говняный, то это значит, что за мной можно гоняться, а за Фордом каким-то офигенским... Да гонишь ты! Пшёл нафиг! Нет! Ё-моё! Так, это так не пойдет. Вот так, чудесно просто. Вот теперь я доволен. Так, кажется, серебро, да? Блин, бронза тоже неплохо. Most Wanted номер 9. Спидпоинт 10 тысяч. Зашибись. Новый личный рекорд. Ура. Просто зашибись. О, что-то мне дали. Ламборджини, короче, сейчас там. Да, и что мне еще дали? О, и, ого, еще и не все. И, ой, джип Гранд Чероки. О, пошло. Риблис Пойнт, Hollenbeck Road, Петерсон Стрит, Рендерс Лейн. Давайте на Петерсон Стрит. Давненько там не гонял. Быстрый темп на скорость. Угу. Ой, Теслу могу купить Альфа Ромео. И могу купить Ягуар XKR. Давайте-ка я накоплю себе на Ягуар XKR. И потом уже, да. Там уже попозже что-то будет. Риблис Пойнт. О, Адвентатор. Короче, поехали. Жаркие гонки, потные гонки, заезд, Адвентатор. И как он там правильно. Я купил себе такой как-то в игрушке, а потом удалил ее. Потом опять скачал, потом опять купил, потом опять удалил. Класс. Ну что, поехали. Ну сейчас, давай. Так.
красивый, красивый. Вау, вот это дрифт, вот это дрифт. Но жалко, что это не я делала, но ничего страшного. Ой, и тоже песенка такая веселенькая. Поехали, тихо. Ах ты ж говняха. Блин, 13 сотых дали. Ну ты, нифига ты, быстрый. Давай. Езжай. Уи! Что-то вообще не как-то не хочется использовать нитро на этой машине, уже она и без того быстро едет. Ну вот здесь можно использовать. Ой, сейчас будем прыгать, кажется. Та-да-та. Ёперный театр! Вот я умею прыгнуть, умею прыгнуть. Вот как дебил просто. Так, коп там, коп нехороший, вообще нехороший. Езжай быстрей, пока это говно за тобой не приехало. А, еще один едет, а! А, ауди. А, поставил. Ё-моё! Быстрей! На пятую, Гриша! Гриша! Гриша, кажется, уже не победить. Финиш скоро, через милю аж. Много. Да быстрее заворачивай. Как они вообще быстрее там? Копы-то догоняют. О, тут будем прыгать. Опять, я помню. Да нет, нет, я не хочу опять сталкиваться с таким говном, как ты, блин. Лучший удар. Ой, как лагануло мне. Ой, кажется, мне... Нет, все, я только на 37-й пойду. Секунду, блин, хотел дрифтануть, я затормозил. О, боже мой. Ужасный результат. Ужасный просто результат. Но ничего страшного. Ой, ничего страшного. Лучший удар. Ура. Что-то новые медали? Машинку новую? Машинку? Нет, не дали машинку. Что, еще что-то? Забастовка. Я даже на забастовке-то не потусил. Ну хорошо, давайте на Петерсон-стрит, а потом на забастовке. Быстрый темп, на скорость, хорошо. Итак, ну вот теперь давайте купим сразу Ламборджини не будем купать, все, Ягуар. Крутящий спорт. Гаражный любитель. А, я открыл себе какую-то машинку. Да, ладно, поехали. Поехали, Гриша. Федя. Федёк. Федь. Нифига себе ты гонишь. Ладно, поехали, поехали, давай. Так, средняя скорость, там надо минимум 130 миль в час. У меня сейчас не 130 миль в час. У меня чуть меньше, чем 130 миль в час. И очень медленно набирается эта скорость. О, все. Ага, дальше 140 миль в час. Изи просто, наверное. Поехали. Нитруха. Прыгаем. Как тут красиво отражается все. Так, я надеюсь, ты не поставишь мне шипы. Так, тихо, тихо, тихо. Нет, нет, нет. Только не вздумай меня тормозить. Все, что хочешь, делай, но только не тормози. Сказал, не тормози. Да ты... Я ж теряю скорость-то так-то. Из таких дебилов, как вы. На! Вот так-то. Уйди. Я посигналю сейчас кому-то здесь. Так, шипы только не ставь, пожалуйста. Да, шипы поставил свои говняны. Ха! Вот сам, чтоб ты наехал на них. Быстрей. Скорость набирается, набирается. Средняя скорость. А у меня и так золото. Да быстрее обгоняй, объезжай по левой. На пятую, на шестую. Я потолкаюсь тут сейчас с кем-то. Ну, потолкался. На. Езжай, газу, газу, газу. Да. Я ж нитро делаю, нитро. Дрифту, дрифтуху давай. Да сколько этих копов-то будет появляться здесь? Только шипы поставь. Слышь ты. Подожди, ребят, пауза. В общем, ребята, тут такая ситуация. Мне пришлось остановить видео и начать записывать еще одно видео. У-ху! Просто чудесно, просто зашибись. И для вас прошло, возможно, минуты, секунда, две, а для меня ни много ни мало два дня. Ну, что... Пришлось остановить видео, и за это время я накопил много денег, купил много машин.
Гонок новых я не проходил, потому что я проходил только старые гонки, чтобы заработать деньги, потому что я же хочу все записывать на видео. Поэтому пойдемте играть, гонять округ Калахан. Давай, победа с минуты 25 секунд. Вот, я купил себе Ford Mustang. И все просто зашибись. Я готов. Я надеюсь, лагать не будет. Хотя кто его знает. Точнее, фиг знает. Лагать точно будет. Я уверен в этом. Как же без этого? Пятно на солнце. Most wanted. Muscle car. Вот это да, вот это да. Вау. Красота. Красота, красота, однако. Просто красота. Поехали, давай. Гриня, езжай. Давай в дрифте, надо дрифтовать. Будем, блин, еврейский дрифт. Еврейский дрифт. Это же еврейский дрифт. Еврейский дрифт, да? Гриня. Гриша. Гриша, у меня тоже есть нитро, Гриша. Если ты думаешь, что ты меня обойдешь, то ты не прав. Фёма докажет. Фёма! Фёма, я испугался. Фёма, фух, какец. В смысле? Вау, 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 как много машин. Джип, уйди. Да нет, не в грузовик. Вау, боже, как заносит. Дорога-то мокрая. Ой, он там вообще сзади. Ой, подъезжает. Так, тихо, дрифт, пожалуйста. Еврейский дрифт. Давай. Тихо, это не оба этот самый. Я поставлю шипы сейчас кому-то. Давай. Дрифт. Вау, за машину занесло. Точнее, ее там за это самое задели. И так нормально задели машину. Но не мои проблемы. Кажется, я зря нитро здесь использовал. Давай, дрифт. Дрифт. Ну, хоть что-то. Хоть как-то. Так. Да вы, дорогие. Нет. Гриня. Шо, ну чё, ты будешь прыгать тут, коп, да? А Гриня там поехал. Дай газу. Газу-то давай. У меня нитро, у меня не работает. Боже, у меня лагает. Гриню задержали там. Всё, тихо, не лагай, пожалуйста. Минута 23:95. Вот это адские лаги просто. И золото, золото идеально. Просто прекрасно. Most Wanted номер 8. 10 тысяч спидпоинтов мне дали. И я теперь как минимум одну машинку точно выиграю. Потому что Мазерати и еще что-то. Давай. О, Мерседес. Бенц. Вау, сколько новинок. Сколько новинок. Округ Калахан. Маклэйн Петерсон Стрит. Давайте на Петерсон Стрит. Хорошая техника, уличная гонка. О, вот это мне нравится. Так. Стоп, что это? Шевроле, Корвет. Ага, понятно, мне нельзя. Понятно все с вами. Поехали, мустанжи. Мустангик, ты мой. Первый на финише. 18 тысяч мне дадут за это. Вау, вот это вообще классненько. Этапы увеличивают ваши очки спидпоинт. Я знаю. Да, поехали. Ой, смотрите, у кого-то там тоже Ford Mustang, да? Ой, Бэха, извиняй. Фига себе. Ой, извини. Фига себе, меня тут вообще шатает. Слышь, ты нормальный зеленый? Рыганина, блин, зеленая на колесах. У меня тоже есть нитро. Вау, вот это вообще... Ой, здравствуйте, уважаемые, здравствуйте. Блин, как-то тебя по-дебильному наклоняет. Так, поехали. Уйди от меня, уйди! Тихо, да не хочу я с тобой. Ну все, ты сам напросился. На! Вот так-то. Поехали. Проектор это лишнее. О, скоро задрифтим. Задрифтим скоро. Так, только не это, только ваши шипы. Вау! В задницу мне ваши шипы нужны. Так, там вот это Жигуль, вот это тут, но он так прет, как не Жигуль. Но это не Жигуль, это какой-то там Шевроле Корвет. Тот, который... Шевроле Корвет. Так, Гриша! Подставил ты меня вообще, Гриша. Ой, как подставил ты меня. Да вы достали меня? На! Вот так-то! Езжай, Григорий!
Поехали, Григорий Степан. Вот это Гриша прыгать-то умеет. Давай максимально сокращаем. Я ж иду за тобой, Жигуль поганый. Давай, 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 давай. Тут уже скоро, скоро будет. Это уже, кажется, финишная прямая. Да, это уже финишная прямая, наверное. Да. Ты куда меня наклонил? В смысле? Все. Ну вот, все, отлично. Финишировал вторым. Почему бы и нет? Зашибись. Зашибись. Позиция 2. Не достигнута целей. И, в общем, да. В общем, да. Новый личный рекорд. Зашибись. Вот, думаю, можно сделать еще одну гоночку и на этом закончить. Сколько тут этих новинок появится? Кэмерон Драйв. Макларен. Ай, поехали. Макларен, это классно. Я тоже себе как-то купил Макларен. И все. Я помню, дошел, доигрался до того момента, когда Макларен себе купил. И Бугатти купил. Наверное. Не помню. И поехали. Вот это да, Макларен. Поехали, давай. Да, там... Ай, хрипит голова. Нифига себе ты гонишь. Я уже и забыл? Я и забыл? Вот это. Я посигналю сейчас кому-то. Так, вот тут вообще стрёмно. Тут лучше дрифт. Нет, лучше не дрифт. Ай, я посигналю сейчас. Езжай! Офигеть ты быстрый! Скорость-то какая! Любитель погонять! Любитель погонять! Чуть не врезался в грузовик я! Вот, вот такой вот я любитель погонять! Так-то! Не-не-не! Та-та-та! Так, тихо-тихо-тихо! Дрифти-дрифти! Да не в грузовик же дрифти! Давай, нитроху! Нитроху! Испугался? Что за интенсивное движение-то такое у вас? Вечер уже, все по домам спать должны уже. Я один дебил такой гоняю в такое время. Ой, блин, вот блин, блин, да езжай, езжай. Ой, меня удачно развернуло, знаете ли. Ну тут уже не хватит, тут уже 25 секунд не будет. Так, Хьюстон, Хьюстон, езжай. Давай, 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 давай. А что если будет 25 секунд? Нет, 25 секунд уже не будет. А если... Нет, не будет, не будет. Давай. Боже, ну ты быстрая тачка, я тебе скажу. Я думаю, если бы меня там не задержали, я бы приехал на 25 секунд. 26, ну короче, да, да. Вот так. Возможно, даже заработал бы достижение неприкасаемый. И вот думаю, на таком прекрасном любитель погонять моменте можно закончить. Почему бы и нет? Только давайте-ка глянем. Открылась ли мне какая-то машинка? Нет, ничего не открылись. Вот Маклейн на следующее событие. Но я ничего не буду проходить здесь, потому что... Все, ребятки, всем, в общем, спасибо. Всем спасибо. Всем счастья, здоровья, удачки и до свидос.